волнуется пресса, мирская печать. О, сколько судебных издержек! Тебе, подсудимый, не стоит молчать. За что арестован, задержан? Кому ты летел, протирая очки, сверяясь по карте, минуя радары? Последнее слово. Мальчишка почти. За что ты министра ударил? Пройдя многослойную ПВ-защиту, кого ты искал над Кремлем? Встань, рыцарь отважный, отныне мальчишка, планета зовет вас орлом. Моника, мать рассказала без страха, ты в детстве придумал игру, страну, где тебя изберут патриархом, как Тихона, все изберут. Эту страну называя Лагония. Не слышал ли крики голодной толпы? Не видел ли жертвы невинной агонии, с недетской садясь высоты? История помнит величие мании, колонии страдающих груз. При бисмарках звали Великой Германию, святой уже названа Русь. Святая когда-то Кондовая Русь Максима манила мятежного грека. Собор Покрова видит Матиос Рус, закрыт осквернителем крепко. К своим, не к чужим, патриарх с высоты, не детской мечты исполнения. Дорожек не стелет, не мечет цветы, Веяславный Христа Вознесения. Для подданных с миссией мира спешил он, камеру плотно закрыли. А здесь патриархи в затворе без крыл, и он им напомнил о крыльях. Ни суть, ни родные не могут понять, ни ради сенсации награды. Летел патриарша сосрочно принять, к спасению ломая преграды. 8 февраля 1988 года.